Для любителей экстрима и адреналина в День города в парке имени Гагарина состоялось торжественное открытие нового аттракциона «Бумеранг». Первыми прокатиться на нем отважились самые смелые. Аттракцион «Бумеранг» – это карусель с яркой светодиодной иллюминацией, со сложным вращением, который напоминает маятник с ускорением, и поворотами кабины с посетителями. Вместительность – 10 человек, длительность – до 5 минут. Это один из самых экстремальных и эмоциональных аттракционов парка. Посещать аттракцион могут взрослые и дети с 12 лет. Очень понравилось, адреналин прям так, ух, когда вниз еще головой. Как вообще круто, очень круто. Да, спасибо. Новый аттракцион посетили заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Евгений Гурьев и глава администрации Владимир Куликов. Они отметили современную технологичность бумеранга. Аттракцион соответствует всем нормам безопасности и имеет сертификацию международного уровня, рассказал разработчик, представитель восточноевропейской компании из Минска. Он уникален, аналогов таких прям вот нету. Мы сами придумывали движение, сами что-то добавляли, меняли в процессе проектирования. Испытать новый экстремальный аттракцион можно в любой день с 12 до 23 часов в парке имени Гагарина. Татьяна Захарова, Владимир Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.